Всех приветствую. Меня просили переснять, сделать небольшой обзор по DEXP V460. Вот он здесь, он никуда не уехал. Да, он у нас здесь имеет 80 ватт мощности. Встроенный, понятно, аккумулятор, микрофон в комплекте, ну и пульт, подсветка. Вот, два широкополосных динамика, две пищалки. Собственно говоря, что он может... Исходя из ценника, можно увидеть. Да, а вот на передней панели посмотреть. Сейчас ручка у него только впереди, поэтому, чтобы его аккуратно взять и снять, можно показать вот здесь. Да. В принципе, все основные кнопки можно увидеть. Все основные опции, кнопка питания, опять же подключение, зарядка, USB, AUX, для микрофона разъем и для microSD, опять же громкости микрофона, эхо в левой стороне, это у нас работа со звуком, а также работа с вокалом. Да, этот самый, громкость у нас, понятно, будет подсвечиваться, она не сегментная, а обычная, просто влево-вправо, то есть она не без, то есть имеет ограничения. Понятно, усиление басу, усиление высоких частот, ну и соответственно здесь у нас также идет работа со звуком, сканирование по дорожкам влево-вправо, это когда мы глушим музыку и у нас идет приоритет микрофона, работа, эквалайзер. Понятно, выбор режима воспроизведения, подсветка. Да. С левой стороны у нас, понятно, различные примочки для работы со звуком. Вот такой аппарат. По весу где-то килограмма на 4-5. Да. В принципе, классический корпус для моделей данного уровня, данного класса. С обратной стороны, кроме шильдиков, особо ничего нет. Корпус выполнен в виде пластмассы. Такая пластмассовая тумба, тире-башня. Вот что касается данной модели DEXP V460.